Здравствуйте, читатели Московского комсомольца. Я певица Анастасия Стоун в преддверии главного праздника весны, Дня Великой Победы. Хочу поздравить всех ветеранов, участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны с этим огромным замечательным праздником. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась та страшная война. У каждого из нас свои герои, и мы безумно благодарны вам за ваш подвиг. Благодаря вам мы живем на этом свете. Очень хочется пожелать вам огромного здоровья и, конечно же, нескончаемого долголетия. С огромным уважением к вам, ваша Анастасия Стоун.